В Молдове началась вакцинация против гриппа. Препарат уже распределили по медицинским учреждениям по всей стране. Поэтому любой желающий может обращаться за прививкой. По мнению врачей, противогриппозную вакцину нужно вводить каждый год, так как это самый эффективный метод защиты от вирусов гриппа. В частности, людям с повышенным риском заболевания и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию. В этом году в Молдове имеется 218 тысяч доз вакцины против гриппа. Что зелену хочет? Када. Посередине такого требуется зеленого. Свирыши Поваловой мы познакомились в поликлинике, где и делали прививку от гриппа. 69-летняя женщина призналась нам, что вакцинируется от сезонного гриппа уже несколько лет подряд, потому что это единственный способ себя защитить, говорит она. А чтобы быть уверенной, что она максимально защитит свой организм в этом сезоне, Вера Шиповалова также привилась и от коронавируса. Вирусов много, поэтому нужно защищать организм. Мы должны каждый год делать прививки от гриппа. Вот сегодня я и делаю. И каждый год делаете? Да. И как вы себя чувствуете? Слава богу, в поликлинику прихожу нечасто. Мы не болеем, стараемся беречь себя. Вы замечали, защищают ли вас прививки? Да, это помогает нам защититься от гриппа. Врачи из территориальной медицинской ассоциации сектора Рыжкановка сообщили нам, что с пятницы, когда они получили противогриппозную вакцину, началась иммунизация. Специалисты рекомендуют делать прививку до начала сезона гриппа, до формирования антител, которым нужно 2 недели. Прививочная кампания стартовала в пятницу по записям. Сразу же было вакцинировано 12 человек. Этим утром также были запрограммированы пациенты. Было закуплено 2250 доз противогриппозного препарата, из которых 2020 в предварительно наполненных шприцах и 200 во флаконах по 10 доз. По словам врачей, эффективность вакцины против гриппа меняется от сезона к сезону. Таким образом, полученная защита зависит от возраста, а также от состояния здоровья. А вот хватит ли всей партии препарата на всех записанных на прививку пациентов, медики не знают. В первую очередь, противогриппозная вакцина положена лицам из групп риска. Полученные партии хранятся на складе Нацагентства общественного здоровья. Одна из партий противогриппозных вакцин передана в дар. На прошлой неделе мы получили 2 партии вакцины против гриппа. Это один и тот же производитель, только полученные из 2 разных источников. 188 тысяч закупаются за счет государственных средств от КНАМ, а 30 тысяч являются пожертвованиями глобальной целевой группы Всемирной организации здравоохранения на основании меморандума о сотрудничестве, подписанного между Министерством здравоохранения и этой организацией. По данным НАОС, дозы вакцины против гриппа сначала были распределены по Центрам общественного здоровья, а затем и по государственным медико-санитарным учреждениям страны. В пятницу и субботу мы предоставили дозы всему Кишиневу и северу страны, а сегодня всему югу. Вакцинация защищает от болезни. Те, кто вакцинируется, либо не заразятся гриппом, либо переболеют в легкой форме, что не повлечет за собой дорогостоящего лечения, госпитализации и послеболезненных осложнений. Всего в Молдову было доставлено 218 тысяч доз вакцины против гриппа.